seara, sunt Natalia Cheptene, aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum jumătate de an, Ludmila și Veniamin, doi tineri îndrăgostiți din Bălți, erau în culmea fericirii. Au aflat că vor avea un copil și își făceau mari planuri de viitor. Были очень большие планы, чтобы все купить, чтобы мы собрали денежки на дом, чтобы было хоть две комнаты, одна для нас, одна для ребенка, чтобы он работал. La scurt timp, o veste neașteptată le-a dat lumea peste cap. Когда ему сказали, что в армию заберут, я падала где-то 8-9 раз в оморок и чуть не потеряла ребенка. Ajuns în a treia lună de sarcină, Ludmila a văzut cum cea mai mare frică a ei devine realitate. Сейчас его забрали в армию, мне я даже не знаю, что делать. У меня бывает такое, что я не имею, что кушать вообще за целый день, я ничего не кушаю. Rămasă fără singura ei sursă de existență, viitoarea mamă se teme că va rămâne și fără copilul ei. Если я принесу ребенка в такие условия, которые сейчас на данный момент, у меня просто ребенка заберут. Trebuia sau nu încorporat viitorul tată? Ce alte motive ar exista pentru ca să nu îmbrace uniforma de soldat? Ce șanse are acum să scape de armată înainte de termen și să revină la familia care ar piere fără el? Discutăm în această seară. Mama tinerei rămasă gravidă va intra prima în platoul nostru. De ce? Vă spun imediat. Haideți să o întâmpinăm. Сложно не заметить, Оксана, что ваша ныне беременная дочь еще совсем юная. Да. Сколько ей лет? 16. 16? Да. Беременная 16-летняя дочь? Да. Наверное, для вас это было шоком, когда вы узнали? Ну, как она пришла, сказала, что она беременная. Ну, я была рада, с одной стороны. Не скажу, чтоб она делала аборт. Но она начала уже жить с парнем. Ну, его забрали сейчас в армию. Ну, шоком для вас-то не было, когда вы узнали именно, что вы станете бабушкой? Нет. А ей исполнилось уже 16, да? Когда она забеременела, да? Да. А как же так случилось? Не уследили? Ну, может быть, не уследила. Они встречались. Не думала, что так рано будет. И вот так получилось. Знаете, как кто-то считает 16-летних подростков еще детьми. А другие считают, что в 16 лет это уже, как бы, ну, скажем, сформировавшаяся личность, уже взрослый, достаточно самостоятельный человек. Вот ваша дочь, она к какому типу, скажем, она относится? Самостоятельная девочка. Но все равно еще ребенок, как говорится. Для меня. Думаете, справиться вот так? Справиться, помогу. С этой ролью. Справиться. А вы станете бабушкой во сколько лет, если не секрет? Мне 37. 37? Да. И вы станете бабушкой? Да. Ну, ожидали такого поворота событий? Нет. В своей жизни? Нет. Не ожидала я такого. Я думала, в лет 20, ну так получилось уже. А Людочка единственный ваш ребенок? Нет, или? У меня еще сын есть. Сын постарше? Да, 20 лет ему будет. Ну, скажите, парень-то хоть хороший? Я да, не про сына, очень а про хороший. Зятя. Очень хороший. Он парень не пьет, не курит. Работал до армии. Он хороший мальчик. Понравился да, вам? Хорошим очень. Зятем да. будет, да? Надеетесь? Он уже зять, потому что они расписаны. Уже расписались? Конечно. Давно? Нет, недавно, 26 декабря. А вы, вот скажите, если честно, вот, несмотря на зятя, что он такой хороший, что вот вы, по сути, рады уже приняли. Ну вот вы для дочери какой судьбы хотели, вот пока она не заявила, что беременна? Ну, я хотела, чтобы она выучилась, закончила школу, куда-то поступила учиться. Ну, так уже получилось. И получается, что не будет вот реализованы все ваши мечты по поводу. Ну почему? Дочери. Буду помогать, пойдет учиться. Буду сидеть дома с малышом, она может учиться еще. Она еще молодая и выучится. Какую-то профессию возьмет. Мне интересно, у вас вот как обычно в таком возрасте 13-12 лет родители объясняют своим... Я объясняла своей дочке. Да.
тоже, как и вы сейчас говорите. Ну, а что происходит, да, когда вот, ну, вот отношения... Видите, ну, я, может, не уследила за этим, как говорится. Потому что я воспитала их одна. У меня муж умер. Ну, и получается, что вы, если сыну 20, вам 37, вы тоже рановато стали мамой? Я в 17 лет, да, родила. Поэтому, наверное, отсюда и такое спокойное отношение к беременности, без шока, ну, я, беременности дочери. Как сказать, я рада, что будет у меня внук или внучка. Но все как-то рано. Ну, уже ж ничего не сделаешь. А себя вспоминаете в 17 лет беременной? И как? Ну, тоже было тяжело, но мне мама помогала тоже с папой. Получается, что дочь вот повторяет каким-то образом вашу судьбу, да? Да. Eu voiam să întreb din prezentarea subiectului. Am înțeles că fata spune, viitoarea mămică spune că ea are zile în care nu are ce să mănânce. Eu voiam să întreb, dacă locuiți împreună, din ce surse existați astăzi? Care este venitul familiei? Cine aduce bani acasă? De ce ea nu are ce să mănânce? Ne-a împămăgat o женщина, она верующая, и еще одна родственница, ну, от моего первого мужа. Bine, eu înțeleg că aveți o situație materială foarte grea, dar dumneavoastră personal lucrați? Нет, у меня была операция на голову, у меня была гематома, и я астматик. Aveți grad de invaliditate? Нет, мне не сделали группу, потому что я не имею сейчас прописки временной. Sunt lucruri care probabil cumva se rezolvă, ca меня не хотели брать без прописки на работу. Я хотела устроиться, но не хотели брать. Мы еще вернемся к этой теме, Оксана. Viața Людмилей Долбинова din Bălți a luat o întorsătură neașteptată. La doar 16 ani este deja femeie măritată. În curând va deveni mămică. Dar nici nu a apucat să învețe bine rolul de soție, care a rămas fără partenerul de viață. A venit la emisiunea noastră însoțită de mamă, pentru că este încă minoră. Haideți să o cunoaștem. Добрый вечер. Людочка, добрый вечер. Присаживайтесь рядышком. Ну, ты скоро станешь мамой, это уже видно, уже заметно. Да? На каком ты сроке? Иду на 8-й месяц. 8-й месяц уже, да? Да. Ну, тьфу-тьфу. Слава Богу, да? Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? Ну, а в школу еще ходишь? Да, в 9-м классе. И вот с животиком ходишь еще? Да, еще это можешь? Не проблема. Да? Еще легко? Да, пока мисс, да. А что учителя говорят? Ну... Ну, не успеешь когда... закончить год. Да, но мне сказали то, что я, если, ну, когда рожу, например, я могу оставить ребенка маме и ходить в школу, пока мисс, это не проблема будет. То есть у тебя вот такой вот план? Да, я хочу закончить школу. Все 12 классов? Или... Нет, 9. 9. Потом уйдешь? Потом пойду учиться дальше. Ага, а расскажи, куда? Я хочу пойти учиться на наращивание. Ну, на маникюр там. Хочешь быть специалистом в области красоты? Да. Ну, я рада за тебя, конечно. Несмотря на то, что, наверное, еще рановато. Ты для себя этого хотела? Да, мы начали сначала встречаться в 14 лет. Тебе 14 было? А Вене да. Сколько? Ему было 16. Боже мой, взрослые люди уже. Маленькие. Начали встречаться. Давай, потом мы подготовили сюжет о вашей истории любви. Давай его посмотрим вместе. Povestea de dragoste dintre Ludmila și Veniamin a început pe când ea avea doar 14 ani, iar el 16. Мы познакомились с ним по интернету, потом встретились, дружили месяц, начали встречаться. Я познакомила его с мамой и через полгода, ну, сделал предложение. Părinții nu au fost niciodată împotriva relației lor, ba din contra, i-au susținut, iar mama Ludmilei chiar le-a propus să trăiască împreună cu ea. Я разрешила, и вот они начали жить уже вместе. Они здесь ожили у меня. Он обеспечивал нас. Людмила spune că își făceau împreună mari planuri de viitor și s-au bucurat nespus când au aflat că vor avea un copil. Когда я забеременела, он очень сильно обрадовался, он хотел ребенка. Мы имели планы очень большие. Собрать денежки на дом новый. Хоть в каком-то селе, но очень хороший, чтобы дом был, чтобы моя мама жила. De când i-au luat soțul în armată, viitoarea mamă trăiește doar cu amintirea vremurilor fericite, iar singura alinare sunt puținele vizite pe care abia dacă și le mai permite. И в каждый раз это так, когда я еду к нему в армию, очень много денег трачу.
Больше всего он меня просит купить бритвы, зубные пасты, щетки, специальные для обуви крема. Что там еще было? А, еще он просит сладости. Ну, я ему и покупаю сладости, печенье, конфеты, то, что он просит. Я себе не могу позволить, но покупаю ему. Это, потому что ему нужно. Acum singura dorință a Ludmilei este ca soțul ei să revină acasă, să fie alături de ea și de copilul pe care îl așteaptă împreună. Я бы хотела, чтобы не только я трогала этот животик, но и он тоже. Чтобы он гладил и чувствовал, как он бьется. Потому что он в каждый день бьется. Почему плачешь? Скучаю. Когда последний раз видел? Последний раз мне, ну, где-то в то воскресенье я была в Кишиневе. Как часто получается видеться с ним? Один раз в месяц максимум. Нету денег на дорогу. А где его воинская честь находится? На Байканах. Здесь, в Кишиневе? Да. То есть тебе приходится из Бельцы ездить? Да. И то иногда дают только максимум. Я когда приехала в это воскресенье, мне дали 15 минут с ним поговорить, не больше. Вообще, забрали его сразу. Сколько это продолжается? Уже давно его забрали? Уже 3 месяца. Ну, про беременность свою расскажи. Вы как-то это планировали или все получилось неожиданно? Нет, мы планировали. Прям планировали? Прям да. Хотели ребенка? Ну, мама разрешила нам жить как бы. И сначала мы не думали о школе. Я забыла даже о школе, что это такое. Ну, любовь как бы первая. Все забыли. В смысле забыла о школе? Не ходила в школу? Пробовала? Нет, я ходила в школу, но я как бы забыла то, что если забеременею, то в школе что-то будут говорить. Мне было все равно на это. И когда он узнал о беременности, он тоже был рад. Все были рады очень сильно. Мы планировали этого ребенка и хотели. То есть вопрос о том, чтобы прервать беременность, вообще не стоял? Ни с какой стороны? Ни с моей, ни с его родителей, ни с моей. У нас все были рады. Мама, когда узнала, вообще слезы тоже пошли. Мама хотела внука. А брат твой что сказал? Брат был в шоке, конечно. В шоке? Ну, он старший брат, он ему как? 20. Да, 20 лет, и я первее него ребенка имею, чем он. Ну и он молодой, в 20 лет не каждый еще решает своего ребенка. Ну скажи, вот ты говоришь, забеременела, да, но сразу вы не расписались. Мы даже не думали о том, что его возьмут в армию. Ему было 17 лет, когда я забеременела. Ему было 17, мне было 16. И мы не думали, как бы, что его заберут так быстро. Мы думали, мы успеем расписаться. И так как я несовершеннолетняя, и то, что ну, он один кормилец, его не возьмут в армию. Его когда призвали, я пошла с ним, а они начали смеяться с того, что я сказала, то, что я беременна. Ну, типа, кто тебе виноват, что ты не успела с ним расписаться? Прям так и сказали? Да. Я говорю, ну как так? Ну, можно хоть как-то сделать так, чтобы мы успели. Они говорят, да. Они один раз в месяц его пустили, потом на второй месяц его тоже пустили домой. И перед Новым годом. А, то есть вот за эти 3 месяца его отпускали немножечко, да? Да, его отпускали домой. Ну, то, что его отпускали, это вообще. Он, как вам объяснить, он не работал, а я как беременная, беременному очень сильно хочется кушать. Бывало такое, что я не имела даже кушать дома ни одного хлебушка. Ни кусочка. Я шла к братьям и сестрам кушала. И так было стыдно. К братьям и сестрам двоюродным? Да. То есть они вас подкармливают сейчас? Ну, да, когда есть время, я прихожу к ним и кушаю, когда помогают нам вещами, одеждой. А если был бы Веня, то я думаю, что у меня было бы это все сейчас. У него зарплата была нормальная. Мне хватало и на еду, и на вещи, и еще на много чего. А кем он работал? Экспедитором. Ну и что за зарплата была? 4000. Но нам хватало. Ну, я поняла, что даже как бы и планы у вас там были. Вы хотели дом купить, вот ты рассказывала. Да, мы начали собирать денежки на дом. И потом, когда мы как узнали, что ребенок у нас будет, мы только начали собирать. У нас было где-то около 2000. Мы хотели в селе купить какой-то дешевый дом хоть. И когда его забрали в армию, мне были эти деньги нужны на кушать, там, на одежду, на обувь. Но потом все стало маленькое. Все на дом потратили? Да. Да. Все, что собрали, мы все потратили, все деньги. А дом уже присматривали где-то? Вот прям? Да, в селе одном было. Я не помню, как село называется. А ты готова переехать в село?
Я не против. Мне кажется, что если в селе жить, то для ребенка будет свежий воздух. Все говорят, что в селе очень свежий воздух, чем у нас тут. Тут пыль, а там мы свежие, так выходишь на улицу и лучше. А еще то, что ребенок... жизнь в селе, она все-таки тяжелее, чем в городе, это не пугает? Я думаю, что это бы не было. А корову научишься доить? Думаю, что да. Ну как же ты? Ты же маникюршей хотела стать. Ну и что? Ресницы там наращивать, а тут корова. У нас раньше была коза, и мы тоже доили, когда были маленькими. Так что это не проблема. Понятно. Твоя мама сказала, что вы уже успели расписаться. Да. То есть вот вы когда расписались? 26 декабря. Это... Тогда уже, получается, Вениамин был в армии, да? Да? И вот когда отпустили в отпуск, тогда вы и расписались, да, получается? Да, я просила их сначала, чтобы они его отпустили. Ну, когда мы подали в ЗАГС, нам сказали, надо ждать пару месяцев. И я попросила, чтобы его отпустили. Сначала начали там, ну, не хотели его отпускать, как я понимаю. Ну, типа, если я буду жена его законная, то я что-то смогу сделать в этом случае. Что именно? Ну, как-то помочь, чтобы его домой отпустили, так как я беременная, и так как он один кормилец. То есть вы, по сути, решили расписаться, чтобы его избавить от воинской обязанности, да? Нет, не только из-за этого. То есть получается, что ты говорила сначала, вы не торопились, да? Как бы, когда ты узнала, что ты беременна, вы не торопились. Нет, мы хотели расписаться через месяцев 2-3, так, пока вместе собрать деньги, думали какую-то свадьбу сделать. Ну чтобы красиво было. Да? Нет, денег не было, и просто расписались, маленький столик сделали, и то его родители покупали там все, что надо было. Маленький столик, два торта, там воды, и все. Больше ничего не было. Ну, а белое платье было? Штаны и майка. Штаны и майка? Вот такой ты невестой была? Ну, а хочешь быть невестой или уже все? Мне кажется, каждая девушка хочет быть невестой. То есть о свадьбе еще мечтаешь? Да. Ну, а ты вот осознаешь, что ты вот в свои 16 лет, ты уже замужняя женщина и будущая мама? Да, я рада, что так получилось. Ну, потому что мне кажется, что я нашла свою любовь. Он меня, ну, не пьет, не курит, не бьет, не обзывает. У нас даже не было еще вот за все годы третий год. За все годы. Это так странно слышать от 16-летней девушки. За три года он меня ни разу не обзывал. Ни разу не поднял на меня руку. Никогда меня не упрекал. У нас всегда были нормальные отношения. Ну вот ты в своих интервью признаешься, что временами вам даже нечего кушать. Да, у нас есть такие моменты. А как же это так вот? Ну, так как мама болеет, и вот сейчас она... Как, я не знаю, как она держится, если честно вам сказать. Она очень сильно болеет, она встает с кровати еле-еле. Иногда она может встать и чуть-чуть походить, и все, у нее голова кружится, она сразу падает на кровать назад. У нее астма, она может задыхаться. Сейчас вот именно, когда был Веня, мы покупали ей таблетки. А сейчас, на данный момент, таблеток мы не можем ей купить. У нее специальный ингалятор, который стоит около 80 лей, надо только покупать. Людочка, я еще хотела спросить. Также вот ссылку на твое интервью. Ты боишься, что у тебя даже могут отобрать еще не родившегося ребенка? Это да. Вот как? Я очень боюсь. Но, понимаете, так как у моей мамы сейчас ремонта нету, врачи мне намекнули то, что надо делать у него, ну, жить у него дома. У него очень маленькая комната для нас, для меня и для ребенка. Ну, для нас троих это будет очень маленькая комнатка. И то, что она маленькая, это, ну, как бы можно кроватку поставить или чтобы ребенок спал. Но есть еще одна проблема, то, что надо делать стены у него. Domnule Vârlan, credeți că eroina noastră ar risca să fie lipsită de copil după ce îl va naște în aceste condiții? Nu este neapărat necesar acest lucru să se întâmple, dar... Cât de mare este riscul pentru ea? Dacă totuși copilul nou născut nu are grijă necesară și nu are condițiile necesare pentru ca să se dezvolte și să crească așa cum trebuie să crească un copil, există risc ca autoritățile să dispună, eu știu, o formă de plasament, dar mai curând posibil că această formă de plasament va fi dispusă împreună cu mama. Există aceste soluții, centre de plasament, unde sunt... Dar mama și copilul nu vor fi despărțiți, deci nu este categoric, vorba de așa ceva. Nu este motiv
întemeiat și cert atunci când nu există condiții, mama nu are condiții, dar dorește să-și crească copilul, dorește să-l educe, atunci autoritățile statului urmează să identifice pentru moment acele soluții sau acele condiții și plasamentul urmează să fie efectuat în copilul împreună cu mama până când mama nu își va rezolva acele probleme care la moment servesc, iată, acest plasament, dispunerea acestui plasament. Я хотела бы спросить, Оксана, в какой момент вы решили, что они уже могут совместно проживать, если ей было 14 лет, а ему было 16? Что послужило мотивом для того, чтобы оставить их жить вместе? И как к этому отнеслись его родители? Я вам скажу, я тогда уехала всего. Я когда приехала, они уже начали жить. Он остался. Я уехала, мне надо было к тетке поехать. Я уже когда пришла, она мне уже рассказала ситуацию. Ну, начали жить. Скажем так, что у них произошла близость, да? Но да. Это же не значит начали жить. Ну, он жить нас... это значит вести совместное хозяйство. Сейчас иметь... я объясню. Он пришел через пару дней после этого и уже как попросил руки ее. Я уже согласилась. Это когда уже он попросил руки? Еще до беременности? Да, это до беременности. Это же сколько вам было? То есть вы решили 15. Ее выдать замуж 15 лет? Тебе 15, ему 17. Почти было бы 16. Пожениться. И мама сказала? До беременности. Ну, а мама что сказала? Вы решили пожениться? Да, она уже сказала, что она с ним как спала, и я уже согласилась. А то, что ей 15, вас не смущало? Смущало. А почему согласились? Потому что я попросила. Потому что она любит его. Когда мама первый раз сказала, что, ну, сначала так, как было видно, что не хотела, я хотела сбежать с дому, честно сказать. Ну, я просто так полюбила этого человека, что он сделал предложение мне, он мне помогал и не отпускал, и всегда была поддержка. Вот почему ты решаешь все наперед, сынок? Почему ты не спрашиваешь меня? Вы разрешили им спать вместе, жить у себя, да? И потом вы говорите, сынок, почему ты решаешь все наперед и не спрашиваешь у меня? Мы не хотели ей говорить. Ну, не то, что боялись, просто был бы чуть-чуть скандал, мне кажется. Вы знали, что Веня, по сути, в 16 лет попросил руки своей 14-летней подруги? Мне Вениамин это не сказал. Людмила Долбинова, o adolescentă de 16 ani din Бълți, este deja soție și viitoare mamă. На каком ты сроке? Иду на восьмой месяц. А в школу еще ходишь? Да, в девятом классе. И вот с животиком ходишь еще? Да, еще это не проблема. Ты для себя этого хотела? Да, мы начали сначала встречаться в 14 лет. Уже 14 было? А Вене да. Сколько? Ему было 16. Почему плачешь? Скучаю. Его когда призвали, я пошла с ним, а они начали смеяться с того, что я сказала, то, что я беременна. Ну, типа, кто тебе виноват, что ты не успела с ним расписаться? Его вот когда отпустили в отпуск, тогда вы и расписались, да, получается? Да, я попросила, чтобы его отпустили. Сначала начали там, ну, не хотели его отпускать, как я понимаю. Ну, типа, если я буду жена его законная, то я что-то смогу сделать в этом случае. Что именно? Ну, как-то помочь, чтобы его домой отпустили, так как я беременная, и так как он один кормилец. То есть вы, по сути, решили расписаться, чтобы его избавить от воинской обязанности, да? Нет, не только из-за этого. А я как беременная, беременную очень сильно хочется кушать. Бывало такое, что я не имела даже кушать дома ни одного хлебушка. Ты боишься, что у тебя даже могут отобрать еще не родившегося ребенка? Это да. Вот как? Я очень боюсь. Următoarea noastră invitată susține că lui Veniamin Ustinov, soțul eroinei noastre, serviciul militar este pur și simplu contraindicat. De ce? Aflăm imediat. O invit aici pe soacra Ludmilei, Tatiana Ustinov. Добрый вечер. Татьяна, вы мама... Вениамина. Да. И с недавних пор, получается, свекровь нашей молодой героини. Как вам эта роль?
Уже примерили ее на себя? Смирились или, может быть, даже обрадовались? Я рада все, что принимает Вениамин. Вот так. То, что Вениамин нравится, то он и будет. А то, что вот как-то рановато это все случилось? Ну да, рановато. Вы переживали или, может быть, даже были против? Я говорила, что тебе еще рано. А вот вы знали, что Веня, по сути, в 16 лет попросил руки своей 14-летней подруги? Мне Вениамин это не сказал. Не сказал? Нет. Когда вы знали о том, что вот у них все серьезно? Он не пытался говорить, так как он знал, что я против так рано жениться. Я думала, что когда он образумится, станет это, вот тогда он начнет. Ну, любовь и поженится. Ну, а вообще о существовании Людочки вы знали в жизни Вениамина? Что вот есть девушка у него такая, и что он ее очень любит? Он сказал: мам, я встречаюсь пока, мись, у меня другие планы. Но если так, мам, что я поженюсь, ты не против? Я говорю: нет, сынок. Это кого, сколько ему было, когда он вам так сказал? Кого ты выберешь, с кем ты будешь жить? Я не против. Сколько ему было, так, когда он вам это сказал? 18. А, это вот сейчас уже было? Да. 17, когда вы узнали? Ну, 17, да, 17. Когда вы узнали вот что, о том, что происходит? Что вот подруга беременна? Что вот 17, как она сказала, где-то полгода, год назад. А от кого вы это узнали? Точно не могу сказать. Около полугода назад, да? Да. Этого достаточно. От кого вы узнали? Вот пришла Людочка, сказала: здрасте, я жена вашего сына. Или нет, как это было? Нет, они обои сказали. Мы боялись сначала Татьяну говорить. Все-таки, да? А вы боялись говорить? Почему? Татьяне, маме Вениамина боялись? Да. Ну, она спрашивала, если у нас были какие-то близости, мы говорили, что нет. Мы не хотели ей говорить. Ну, не то, что боялись, просто был бы чуть-чуть скандал, мне кажется. Так, почему? Ну, как бы ему Татьяна, рано Татьяна, вы еще. Скандалистка? Могли нет. закатить скандал детям? Нет. Ну, потому что он как еще молодой, я молодая, еще надо гулять, как говорится. Естественно. А Веня хотел, ну, уже семью завести, я хотела. И думаю, что... Вы боялись быть непонятыми родителями? Да, что нас не поймут. Татьяна, когда вы узнали и как? Вот как это произошло? Расскажите, вот ваши воспоминания, мне очень интересно. Ну, они пришли. Оба? Да. Так. И сказал Вениамин, что: мам, ты меня прости, что я так вот, получилось вот так, Люда беременная. И что делать? Я говорю: вот почему ты решаешь все наперед, сынок? Почему ты не спрашиваешь меня? Конечно, я не против, что родится ребенок, но так все быстро, сынок. Вот, мам, ну что я могу сделать? Вообще-то такого я сказал, не было. Я сказала, что оставь так. Не надо уже делать аборты. И я не против этого. Пусть будет так, как есть. Люда, что, по-твоему, было не так? Я начала жить у них с июня, кажется, если не ошибаюсь. У них? Да. То есть вы какое-то время жили у родителей Вениамина, да? Да. Первый один месяц мы жили у родителей. Ты уже была беременна? Нет. А, Татьяна, а как вы восприняли это? Вот вы говорите, что это вам это казалось рановато, как бы вот сынуля не надо, и в то же время вы ее принимаете в своем доме, и она, эта девочка у вас живет. Она не у меня живет, она живет у мамы своей. Ну, Людочка только что сказала, но что она какое-то время когда у вас жила. Мы жили летом, помните, я жила у Вени. Да, да, первый это уже месяц. Потом, после чего мы обсудили вот все. Вы разрешили им спать вместе, жить у себя, да? И потом вы говорите: сынок, почему ты решаешь все наперед и не спрашиваешь у меня? Так они с вашего нет, согласия они, жили они при вас. Они спали до того, когда я всегда по телефону, у меня есть смс-ки, что я говорю: сынок, приходи домой, нельзя оставаться у нее. Вот. Но это уже были звоночки? Да, я не разрешала, но когда они сказали, что они... Она обманула меня, сказала, что она беременна до того. И когда я он, когда сынок, сказал, что Вене, я поженюсь уже, мама. Не и вот было. Они меня обманули, и я ее приняла. Но у него до этого было со спиной проблема. Врожденный сколиоз тяжелой формы. То есть вы считаете, что ему была армия противопоказана именно по какому-то ряду причин, одной из которых является вот, проблема да. со здоровьем, да? Да? Сколиоз, что у него еще было?
У него было до этого в школе кто-то там заболел туберкулезом. Так. Уборщица. Так. Вот. И дали на проверку. Веня пил эти лекарства. То есть я хочу вас спросить, Вениамин заразился туберкулезом или все-таки он... Он пил, лежал в больнице. Но он избежал этого сейчас? И он пил таблетки и убил себе полностью, как сказать, печень у него. Ага. И у него началась пилирубин повышенный. У него... он очень сильно больной. У него постоянно кислотность. Врач, который находится в больнице там, он сказал, что... У него сколиоз в тяжелой форме. Да. Что он сказал, что даже военные, даже в армию его не возьмут. Вот так он мне сказал. И вы были уверены, что вот не возьмут? Да, и он даже не дал мне справку, ничего. И потом, когда выяснилось, что Веню призывают в армию, да, вы что-то пытались сделать? Да, я не успела это все сделать, так как мне нужно было документы собрать. Я не успела это сделать. Я думала, что, так как существует закон, что если мальчик больной, они могли были не взять. Но вы знали, что если он пацифист или записывается в армию пацифистов, он может быть освобожден от службы при условии, что он работает и выплачивает определенную сумму так, как положено по закону. Да. А вот мы, это очень хорошее замечание. Мы об этом поговорим чуть позже. Вот, но я хотела бы сначала вот Людочку спросить. А ты замечала за Вениамином такой ряд серьезных заболеваний? Он когда-нибудь жаловался на что-нибудь? Да, он очень сильно жаловался больше всего на спину. Он приходил после работы, у него спина, когда делаешь массаж, например, у него вот это должна идти ровная, у него вот так идет. Я спрашивала... И жаловался, болела у него да, спина? Да, я спрашивала, что это. Но он говорил, что... Ну, это, как он назвал, сколиоз. Это сколиоз, это не проблема. А когда я прочитала в интернете, что из-за этого сколиоза могут как отказать ноги, и я потом подумала, у меня сейчас будет ребенок, и если сейчас с ним что-то случится, это выходит, что у меня будет два ребенка. Да мне надо будет и за мужем смотреть, и за ребенком. И я когда сказала воинской части, они мне сказали, что ничего страшного, и с внутричерепным давлением берут. И у него тоже с детства внутричерепное давление, у него проблемы очень большие с головой. А откуда ты это знаешь все? Я один раз... Он жаловался постоянно? Да, он очень сильно жаловался, что у него изжога очень большая. Ну, внутричерепное давление и изжога немножко разные. И что у него голова всегда кружится, когда, особенно на лето, вот я даже была с ними на работе, иногда ехала с ними, у него всегда очень сильно кружилась голова. Бывало такое, что он как... Бывало просто от того, что у него голова кружилась, все, что он кушал, он это все вырыгивал. Все, вот хорошо, моментально. А вот имея такие проблемы, почему он не обращался к врачу? Это из-за этих таблеток изоазид, которые пил он там, в больничке. По поводу профилактики туберкулеза, да? Это же сильные таблетки. А почему вы не обращались к врачу? Почему он не проходил никакое лечение? То есть, господи, ребенку 18 лет, а он уже болеет всем, чем возможно. Не знаю, тот же сколиоз надо было лечить. Татьяна, вы пытались его как-то лечить, своего сына? Тут работа была, и вот он начал работать... Быстренько. Вот. И что? То есть вы говорите, что немножко... такими проблемами работать он мог, но в армию его не могли забрать? Он ходил по врачам у нас, есть там анализы, вот. Он последний раз был у врача в 2016 году, Тетяня. Тогда о чем мы говорим? В 2017 или в 2016? Вы говорите, что у него были серьезные проблемы, которые он просто не лечил 4 года. Первый месяц, когда я узнала, что у него проблема с внутричерепным давлением и со спиной, я просила его ходить к врачу. Он мне говорил, да, я хожу. Ну, так как после работы у него вот воскресенье, понедельник был выходной, в понедельник, так как он мог идти к врачам, он от того, что он сильно уставал от работы, он никуда не шел. Но мне говорил, что шел. Noi am rugat pe experții noștri să studieze cartela medicală a lui Veniamin Ustinov pentru a vedea dacă era cazul să fie scutit de armată pe motiv de boală sau nu. Le vom auzi în curând concluzie. Totodată vom afla despre starea de sănătate a lui Veniamin chiar de la el. Colegii mei l-au vizitat la unitatea militară unde își face serviciul și au aflat ce crede el despre situația în care s-a pomenit. Татьяна, а вот вы пытаетесь как-то помочь своей невестке? Потому что вот она говорит, что когда Веню забрали в армию, она практически осталась без средств к существованию. И вот в этом смысле, вот вы как ее новая семья, пытаетесь ей как-то помочь? Она сейчас живет у нас, но она периодически то у мамы, потому что мама у нее очень больная.
А, то есть ты все-таки живешь время от времени у родителей Лени, больше да? Иногда у чуть-чуть там, иногда у мамы, потому что мама очень сильно больная. Угу. Очень. Ну вот по поводу тяжелой ситуации, в которой оказалась Людочка и ее мама, давайте посмотрим сюжет, вот как они живут. Оксана Долбинова și fiica ei Ludmila trăiesc într-o casă de la marginea orașului. Locuința nu este conectată la apă, iar din cauza datoriilor mari, nici la energie electrică, deja de 6 ani. Света нет. Ну сейчас в данное время, пока мы с дочкой здесь, пока мы с ее мужа нет, вот мы в этой комнате спим с ней вдвоем. Один сервант и телевизор и кровать, у нас больше ничего нет. Deoarece nu au surse de venit stabil, mama ne mărturisit că uneori sunt nevoite să cerșească mâncare pe la vecini. Puțina supă de care au făcut rost trebuia să le ajungă și pentru a doua zi. С едой тяжело, потому что ну, нету возможности. Есть пока чуть-чуть макарон и чуть-чуть риса. Все. Nici bani de haine nu au de unde să aibă. De aceea se bucură enorm când le primesc în dar și le păstrează cu mare grijă. Мы вот ставим в коробки, чтоб ну, мыши чтоб не грызли, потому что в этом доме есть мыши. Pereții locuinței sunt subțiri și pierd rapid căldura obținută cu greu. Это все гипсокордон. Здесь они утепленные, ничего нет. Делаем огонь с веток. Дров нету, потому что лесник тоже не разрешает брать. Мы самый тоненький берем, чтобы растопить все. Честно, очень сложно было смотреть этот сюжет. Меня это шокировало. Я не знаю, как вы живете в этом доме. Как вы живете без света? Тяжело. Без воды. Мы ходили это... сколько раз в примарии, и мне не хотят стать за одной печати. У за то, нет, что поставили... Ну, что мы построили самовольно дом. А так есть план дома, копия плана. А так не хотят ставить. То есть вы просто не подключены ни к одному из источников снабжения, скажем, воды, света? Нет. А как вы? Как вы? Как ты училась? Как ты делала уроки? Ну, пока мне светло, можно делать. Сейчас зимой и темнеет в 4. Ну, я приходила, даже бывало такое, что оставалась на прогленке в школе. Ну, бесплатно мне оставляли. И я делала на прогленках, оставалась и писала. Можно Тань, вы видели, где живет ваша невестка? Можно Или вы первый раз видели этот дом вместе с нами сейчас, Тань? Я первый раз вижу, потому что я не была там. И как вам? Какое впечатление? Я хочу сказать, что мой Вениамин очень любит ее, так как он сказал, что когда пришли дрова, я была беременна, я очень работала, сказать честно. И я говорю, Вень, позови Люду, чтобы помочь, может, для меня как? Я же работала с животом везде. Да, до родов работала. И родила без разрывов. Спасибо Богу. И я, а у Веня говорит, нет, мама, нельзя. Я Люду не разрешаю работать. Мам, ты что, нельзя? Я говорю, хорошо, сынок. Ой, ты молодец, сынок. Какой ты мужчина у мамы. Вот так. Помогите, пожалуйста. Тань, а сейчас у вас не возникло желания просто забрать невестку к себе домой и больше не пускать ее вот в те условия, в которых она живет сейчас? Она пускай решает, так как у нее мама больная. Я не хочу говорить, не хочу ее руководить. Она знает... А у вас условия получше? Вы как живете? У вас условия получше? Средние. Ну, немножко, чуть-чуть получше. Вы в квартире живете или в доме? Нет, дом разделен на 3 части. Ну, свет и вода есть, наверное. Да. Да. Если Людочка родит, я не представляю, как там можно жить в этом доме с малышом, с новорожденным. А у вас есть где там вот их поселить? Веня вернется за мной. Пока так, мы еще печку не сделали, у нас тоже сложно все. Угу. Надо печку, надо сделать ремонт, пока детей? Как бы тяжело. Тоже тяжело? Тоже, то есть да. Детям не просто будет с вами жить там, да? Тесно. Там маленькая комната. Да, маленькая совсем. Очень. Очень, там негде повернуться. Людочка, но где я же вы против. Тогда планируете жить после родов? Ну, если сейчас его пустят домой, то мы думаем первые месяца, так как он заработает немножко денег, снять квартиру. Ну, или домик какой-то такой, чтобы были условия. Это первые. А потом, так как его бабушка разрешила нам чуть-чуть, можно сломать одну, как
Перегородку, стену? Одну стенку сломать и чуть-чуть как комнату продвинуть. А бабушка живет вместе с родителями, да? Да, да, да. Ага, то есть вы хотите расширить за счет площади бабушки? У нас пол дома наш и пол дома их, да. И чуть-чуть, если мы чуть-чуть продвинемся, то это будет очень хорошо для нас. Там, конечно, надо еще побелить, сделать еще одну стенку, один кусочек. Ну и кто же это будет делать? Ну, я думаю, на данный момент, когда я буду беременна, и если Веню пустят домой, то за 2 месяца, я думаю, он заработает, и можно будет сделать. А если нет, то я даже не знаю, что делать. Что ж, мы выслушали все ваши проблемы и передали предоставленные вами материалы на изучение нашим экспертам. И совсем скоро мы узнаем их заключение по поводу правомерности, в первую очередь, призыва Вениамина в армию. Внимание на экран. Pentru a afla dacă comisia de recrutare a făcut sau nu o încălcare atunci când l-a incorporat pe Veniamin Ustinov în serviciul militar, am decis să efectuăm o expertiză juridică. Am apelat la ajutorul avocatului Dorin Podlisnic. Urmează să examinăm cazul sub două aspecte. Aspectul ce ține de starea de sănătate a persoanei vizate și anume dacă la momentul când l-a fost incorporat în serviciul militar, poate au fost omis careva momente ce ar permite eliberarea din serviciul militar. Și dacă după înrolarea în serviciu militar au apărut alte noi probleme de sănătate care ar permite la fel eliberarea persoanei vizate. Al doilea aspect care urmează să-l examinăm este aspectul ce ține de starea familială și anume aceea că persoana vizată după 2 luni deja fiind, având statutul de militar, a încheiat căsătoria cu o persoană care este minoră și respectiv este însărcinată. Informațiile privind situația familială și sănătatea lui Veniamin, puse la dispoziție de eroii noștri, au fost transmise spre examinarea avocatului. La fel urmează materialele care le-ați prezentat dumneavoastră astăzi, fie examinate minuțios, anume sub aspectul dacă pot fi adaptate sub legislația existentă, anume sub prevederile legale, dacă există careva temeiuri pentru a spune că aceste documente ar servi ca temei sau ca o probă în vederea soluționării problemei persoanei care a apelat la ajutor. Avea dreptul la vreo amânare sau scutire de la încorporare Veniamin. Foarte curând vom afla concluzia experților care au studiat dosarul lui Veniamin Ustinov. Dar mai întâi să vedem ce cred cei prezenți în platou. Deci este clar că noi nu avem materialele sau cătecica medicală în față, dar reieșind din dar discuțiile o aveți pe tânăra purtate, lui soție. Avem pe tânăra soție, din păcate sau din fericire, legea spune că se poate fi eliberat pe motive familiale, având la întreținere un copil până la vârsta de 8 ani, având deja un deci copil. Deci atât timp cât e în burtică la mama, exact, încă exact. Nu deci, e. Dacă să pornim strict pe buchea și litera legii, vorbește de existența unui copil în vârsta de până la 8 ani de zile. În ce privește problemele medicale, s-a vorbit mult, dar bănuiesc că din punct de vedere a concluziei unii. Una este să spune medicul și alta să scrie în cărticica medicală când își asumă o responsabilitate oarecare, inclusiv de ordin juridic. Deci bănuiesc că nu existau temeiuri de ordin medical la momentul înrolării. Eu o medicină nu o să mai amestec, că nu sunt medic, deci, dar știu un singur lucru, că înrolarea în armată este benevolă. Nimeni cu desâlă, pe nimeni nu e. Serios? Da. Deci omul are dreptul. Deci dacă vine băiatul și zice eu nu vreau. Nu vreau, eu sunt pacifist. Se poate? Da, eu sunt pacifist și eu depun cerere. Este comisariatul militar care examinează și îl eliberează cu condiția că va plăti, dacă nu mă greșesc, 20% din salariu, se transfermă în fondul respectiv. Cât și timp? Omul se eliberează. Dar facem o statistică. Noi cam câți băieți avem în fiecare an care împlinesc vârsta de 18 ani? Cam la vreo 300.000. Cât e armata azi națională? La 4.000 de oameni. Spuneți-mi, vă rog, unde să duc ceilalți? La universitate nu între toți. Și universitatea îi motiv de a amâna, dar nu de a-l scuti de serviciu militar.
Serviciul o să revenim la această remarcă a dumneavoastră sau această, nu știu, fereastră pe care le-ați deschis-o, fereastră de speranță, așa zic eu, pe care le-ați deschis-o eroinilor noastre. Dar mai întâi vreau să o întreb pe Ludmila. Людочка, вы говорили, что вы говорили об этом, что он пацифист, или что вы имели в виду? Нет. Когда пришли в воинскую часть, мы сказали, так как я беременна, мы просили о альтернативке. Ну, альтернатива, чтобы платить деньги с зарплаты. Они ответили нам так. Альтернативы сейчас нету на данный момент. Ее не будет. Даже на это рассчитывать... Нет, они как сказали, на это рассчитывать вы не можете. Потому что надо было три... Откуда мы могли знать, что два месяца назад можно было сделать альтернативу? Никому не сказали в этом случае. Так, хорошо. Мы обсудим это. Așadar, a venit momentul să aflăm și poziția celelalte părți din această istorie, și anume Armata Națională, unde a fost încorporat Veniamin Ustinov. Noi am expediat o solicitare Ministerului Apărării și iată ce răspuns am primit de acolo. Vă invit să vedeți declarația colonelului Leonid Danilov, responsabil de gestionarea resurselor de mobilizare și al efectivului Armatei Naționale. Veniamin, el a fost luat în evidența militară în anul 2017, și îndreptat la Comisia Medico-Militară. Decizia Comisiei Medico-Militare este apt pentru îndeplinirea serviciului militar. Domnul Veniamin, la vârsta de 18 ani, el a fost citat de către Centrul Militar pentru clarificarea situației. El a fost apreciat de către Comisia Medico-Militară, a fost apreciat apt pentru îndeplinirea serviciului militar. El a mai fost supus examenului medical repetat în cadrul Spitalului Militar Central a Ministerului Apărării. Rezultatul examinării medical este același apt pentru îndeplinirea serviciului militar. Până la momentul actual, cineva spune că de acum ei sunt căsătoriți. Noi la momentul actual nu avem încă certificatul de căsătorie, care este responsabilitatea a cetățeanului să-l prezinte ori la centru militar, ori în unitatea militară sau alte certificate, ceea ce se invocă la momentul actual cu privire la starea sănătății sau altceva. Comisia de Recrutare și Incorporare ia hotărâri în conformitate cu documentele care sunt prezentate. În curând îl vom vedea pe protagonistul acestei istorii, tânărul de 18 ani care, deși se pregătește să devină tătic, iar pe lângă asta ar avea multe probleme de sănătate, totuși a fost încorporat. Ce spune Veniamin Ustinov despre bolile pe care le-ar avea, familia nouă, proaspăt întemeiată, și cum se simte în uniforma de soldat? El dorește să îndeplinească serviciul militar în continuare. El dorește să îndeplinească serviciul militar în continuare? Da. Vă сказали, că vă выбираете то, що вибирає ваш син. Целый полковник говорит, що син хоче служити. Почему ви проти?